попадаем в светлый павильон Ирландии, где художница Ева Ротшильд навалила своего арт-искусства аж бегом. Приехала просто и вывалила все, что у нее было. Ну, не знаю, мне такое не близко. Хотя вот эти вот блоки, я не знаю из чего они, но они очень так смотрятся рядом с этой стенкой. Пошарпанные. Кстати, написано, что по ним можно залезать, поэтому мы этим и воспользуемся. Можно залезть. Вот, можно посмотреть на это все с высоты. А? Ну вот сидит медиатор, он мне что-то говорит. А? Я знаю. Я знаю, но медиатор все в порядке, видишь, все под контролем. Ну вот, стоило мне залезть на арт-искусство, то сразу вопросы появились. Но я четко, я следую инструкциям. Я же никогда не делаю в галереях ничего плохого. Я же врать не буду. Climb at your own risk. Ты не хочешь попробовать? Нет? Интересно, что будет, если залезть вот туда?